Adupstales. Три года спустя. Твое расписание забито до такой степени, что я не уверена, что ты сможешь встретиться со своими друзьями в Париже. Теперь, когда ты представляешь компанию Агрист, ты не можешь пропускать важные мероприятия. Я знаю, я обязан это делать. Ведь отец больше не может работать. Ты говорила ему, что я приезжаю? Да, разумеется. Ты снова собираешься его игнорировать? Я поступаю так же, как он поступал со мной. Ты кое-что забыл на своем рабочем месте. Я решила забрать это для тебя. Вероятно, это что-то малозначимое. Вот, это шкатулка. Я не открывала ее, но мне показалось, что она особенная. Благодарю, Анна. Но это не похоже на отель, где мы должны остановиться. Да, все верно. Адриан! Нино! Дружище, ты не представляешь, как я рад, что ты здесь! Ты так много путешествуешь, а я все ждал, когда же ты приедешь в Париж? Можешь поблагодарить Анну. Это она изменила расписание твоих встреч. Я подумала, что мне необходимо загладить свою вину за ту давнюю неприятную историю, когда я лишила тебя возможности общаться с друзьями. Так что я решила сделать твой визит в Париж немного приятнее. Спасибо огромное! Бери свои шмотки. Сегодня ты ночуешь у меня. Нам нужно многое обсудить. А потом мы пойдем в кафетерий с Алей. Это круто. Но твои усы, не попытка ли это угодить Але? Они так непривычно смотрятся. Это еще не все. Я начал качаться. А сегодня вечером я хочу предложить ей встречаться снова. Так что, говорю тебе, я все время впадаю в панику. Нино, ты учишься в колледже. Ты должен уметь поступать правильно. Но это не то же самое. Учеба не разбивала мне сердце и не отвергала меня. Что ж, а может так и случится? Привет, ребята. Аля. Рада видеть тебя улыбающимся, Адриан. Привет, Нино. Как дела? Норм. Надеюсь, у тебя тоже. Так значит, мы втроем идем пить кофе, да? Мы с Нино займем места за столиком, а ты можешь подождать Маринет. Что? Но она говорила мне, что будет в Лондоне на показе мод с моей кузиной, а потом на ужине в честь новой коллекции. Адриан! Вечно этот шлем застревает. Постой, мне стоит тебе помочь. Адриан! Адриан! Все в порядке, Маринет. Не переживай. Ха-ха, скучала по вам. Присоединяйтесь к нам в кафе. Я мчала так быстро, как могла, чтобы увидеться с тобой. Проведем этот день вместе. Что-то не так? Адриан, ты снова смотришь на меня этим грустным взглядом. Я уже говорила тебе, что принимаю то, что произошло 3 года назад. Пожалуйста, не нужно чувствовать себя виноватым. Ты стольким мне помог. Только посмотри, я добилась успеха благодаря тебе. Я никогда не смогу отблагодарить тебя. Я никогда не брошу тебя.
Ненавижу Леди Баг. Я всегда буду любить тебя, даже если ты будешь меня ненавидеть. Она бросила меня. Нет, Маринет, меня все еще мучают угрызения совести. Берегись, Маринет! Что происходит? Банникс, я называю это жестоким обращением с животными. Кот Нуар? Вау, это замурчательно. Ты из будущего? Папочка! Эмма, что ты здесь делаешь? Ты должна была остаться вместе с Лукой. О, святые круассаны! Твоя мама убьет меня, если узнает, что ты здесь. О, погоди, у меня возникла идея. Эй, красавчик, не мог бы ты позаботиться о моем маленьком котенке? Между нами, я тебе доверяю. Она такая милашка. Он не кот Нуар в настоящем, но слава богам, однажды я увижу его в будущем. Что ж, оставайся здесь с этим дядей, а твой папочка вернется, когда спасет твою маму. Хорошо? Ага, я знаю, все как обычно. И не делай, как твоя мама. Люблю тебя, мой маленький комочек. Адриан, Маринет, что происходит? Аля, следуй за мной, быстро! Хорошо, но ты должен объяснить, почему и куда ты пропал. Я ведь думала, что ты мертв. Позже, все позже. Эй, только не снова! Верни мне мою девушку! Вернее, мою будущую девушку! Эй, ты меня слышишь? Кот Нуар, он игнорировал меня. Маринет, ты выглядишь расстроенной. Что-то не так? Я хочу сказать, разве ты не говорила мне, что для тебя не имело особого значения, что он исчез той ночью? Потому что сейчас я не уверен, что ты тогда была честна со мной. Клянусь, я не держу зла. Я ведь говорила тебе, мы были просто друзьями. Нет аккуматизации, не нужен и герой, верно? Мэдди! Я не Мэдди, я Маринет. Мэдди, должно быть, так зовут твою маму, котенок. Ей очень повезло с тобой и котом Нуаром. Маринет, ты должна пойти со мной. Постой, Алья! Увидимся позже, блондины! Может, нам стоит покататься, а, Эмма? Я говорила с котом Нуаром из будущего. Что ж, там полная засада. В общем, сегодня тебе снова нужно стать Леди Баг. В его воспоминаниях ты та, кто победил аккуматизированного человека в будущем. В то же время ты лучшая. Ты быстро с этим справишься. Иди. Я не могу. Слишком давно. Маринет, ты Леди Баг. Это у тебя в крови. В каждой битве, что ты участвовала, ты находила решение. Ты лучший хранитель и владелец талисмана. Кроме того, коту нужна ты и только ты. Тики, пятна!
Привет всем, кто смотрит этот комикс с самого начала. И огромное вам спасибо за поддержку озвучки. Ссылка на автора, как всегда, в описании. И на Ladyblog тоже. Первые обновления всегда появляются там. Это канал Deep Tales. Меня зовут Артём. Со мной озвучивает Алёна. До встречи!